Всем здравствуйте, доброе утро. Время 6 утра, Ленинградский вокзал. И что это значит? Это значит, что я еду в путешествие. Оно, правда, небольшое, но я думаю, что будет интересно. Я еду в Санкт-Петербург. Поедемте со мной вместе. Я на месте, и я в Санкт-Петербурге. Здравствуй, Питер! Ну что, приключение, путешествие начинается, пусть небольшое, но оно будет интересным, я в этом уверена. Поэтому оставайтесь у меня на канале, подписывайтесь, чтобы не пропустить видео. Наши прогулки будут очень интересными. Всем пока-пока, до новых встреч!